Итак, мы в гостях у Романа. Всем привет. Мы с Романом знакомы уже на протяжении, наверное, 2 лет где-то, да? В районе, да, 2, даже может быть 3 лет. Он приобретал у меня оборудование для начала своего бизнеса. Начинал он с аренды помещения в гаражном кооперативе, работал в гараже, квадратов, наверное, 15, да, гараж у тебя? Да, образно 20 квадратов, да, было помещение. Занимался только изготовлением в начале эвакориков. И вот по прошествии 2 лет опять я приехал в гости к Роману. Сейчас приятно удивлен, у него новое помещение. Помещение, кстати, мне очень нравится. Сюда удобно заезжает машина. Ни дождь, ни солнце, ни помеха, ни холод, ни жара. Заезжает машина, можно удобно снять размеры. Также Роман занимается перетяжкой рулей. Вот этот руль мне вообще понравился, с Гранты. Вот так вот интересно он сделан. Ром, расскажи, вот как называется вот такое вот исполнение, вот это что это такое вообще? Это идет, грубо говоря, под завод автомобилей Volvo. У них есть любительские сточные швы именно посередине руля. Вот. Я решил внедрить в наш русский АвтоВАЗ такую технологию. Вот. Совместить его, во-первых, с оранжевым цветом, черный. Вот. Сделал канавку посередине руля. Дополнительно я сделал косые швы. Вот. И снял лекало и начал подгонять их уже к рулю. Вот. По истечению где-то часов 7-8 я этот руль подгонял, делал, вымерял. Вот. После этого я его начал сшивать. Для сшивания я выбрал оранжевый цвет ниток, чтобы подчеркнуть наш контраст. Вот. И если, в общем, исходя, то по времени у меня ушло на этот руль часов, наверное, 14-15. Этот руль достаточно сложный. Не все мастера смогут повторить такой же интерьер для обычного руля. Вот. В принципе, в 2 словах, наверное, об этом руле и все. Самое здесь загадочное – это сочетание материалов. Как красиво именно строчка приходит друг к другу. Да. И совсем необычный он. Сразу он мне запал в душу, этот руль. Тем более у меня у самого была Гранта. Было бы, конечно, замечательно с и таким рулем. И даже не узнал, да, после этого перешива, что руль может быть с Гранты. Да, я даже и не понял. Ром, расскажи, что тут у тебя вот по машинкам? Что-то много у тебя тут машин. Так, по машинкам. Давай начнем с самой первой, которая у нас появилась, у меня появилась. Это машинка Jack H2, двойного продвижения, как любят ее называть, двойняшка. Она самая идеальная коврика, которая подходит для пошива эвоковров. Это Евгения, моя машинка, да? У Евгения, да, заказал эту машинку, получается. Он присылает ее сразу подстроенной под эвоковрики, также ставит сразу окантовыватель. Он обустраивает, настраивает машинку для того, чтобы вам в дальнейшем было удобно с ней работать. Я эту машинку получил, в принципе, и она у меня безотказно шьет. Все благодаря Евгению, то, что он красиво, грамотно все отстроил и отправил мне. Дальше мы начнем, наверное, с ее близняшки. Также есть у меня еще машинка Аврора. Вот. Она подобие как Джек, только у нее отличие в том, что серводвигатель у нее выносной. Вот. По характеристикам такая же, но используется эта машинка уже для того, чтобы сшивать кожу между собой. Здесь установлена специально тонкая иголочка, специальный магнитный ограничитель, и за счет чего идеально получается шить на этой машинке. Дальше идет машинка посерьезнее уже, это машинка тройного продвижения. Также эта машинка была куплена мной на просторе интернета. Вот, пришлось с ней настраивать. Когда вы берете машинку неизвестного человека, вам приходится с ней воевать, чтобы понять, как она работает. И поэтому лучше брать у проверенных людей. Вот эта машинка создана для того, чтобы делать декоративную отстрочку на деталях автомобиля. Вот. Также сейчас вам покажем, какие строчки эта машинка пускает. Вот она, подушка airbag, которая была сшита, и строчка, которую сделала эта машинка. Она идеально ровненькая, без каких-либо заворотов, подворотов. Все стежки аккуратно, одной длины. Вот, и узелков не видно, все они с обратной стороны. Это вот эта сторона продвижением, да? Да. Шила. И получается, четвертая моя машинка, это Фортуна идет. Вот Фортуна, она предназначена для того, чтобы сдваивать кожу пополам. В принципе, на этом мои машинки, которые у меня есть, закончились. И также заказал еще 5-ю машинку. Вот эта машинка получается
Это машинка колонковая, она облегчает мне задачу для пошива декоративных строчек в салоне автомобиля, вот, за счет своей конфигурации. Ссылочку на канал Романа оставлю в описании, там будут данные, если что, для связи. Канал только в развитии, сейчас начал я туда заливать то, что я начинал делать. Там пока что есть 3-4 видео, как я изготавливал коврики в автомобиль, как они лежат в автомобиле. Вот. В дальнейшем будет уже видео о том, как идет перешив салона. Кто хочет более детально углубиться в это дело, или кто хочет, может быть, попробовать это дело, вот, благодаря моим видео вы сможете понять, я там буду рассказывать, как то делается, как это делается. Также сможете проконсультироваться, в чем проблема неровной строчки, в чем проблема шва такого или такого, как делается макраме, елочка, косичка. Все это тоже, в принципе, будете видеть и пробовать, если захотите. Ром, ну вот расскажи, ну перетяжка там салонов, рулей же, это наверняка же уже посложнее, чем вот просто изготовление эвоковриков. Вот с какими-то сложностями сталкивался, что тут вообще? Да, поначалу, когда начинал изготавливать эвоковрики, в принципе, они не совсем сложные, но сложности в них есть в подгонке. Вот, сами коврики, максимум, что может вызвать проблему, это как-то неправильно ты их вырезал. Но там буквально 2-3 минуты делов, и этот косяк уже устранен. В дальнейшем уже идет перетяжка. Вот в перетяжке, если вы пропустили какой-то нюанс или решили не обращать на это внимание, то вам может этот нюанс обойтись в несколько часов работы из-за того, что вы решили пропустить момент, который бы занял у вас 2 минуты. Вот. Самые сложные моменты именно в перетяжке в том, что надо идеально подготовить поверхность, сделать ее гладкой, ровной, чтобы не было никаких бугров, у вас мусора никакого не было. И также правильно подготовить адгезию для всей работы, с помощью чего вы в дальнейшем сможете быстрее сделать эту работу и качественнее, нежели тем, если вы не обратите некоторые моменты на свои косяки изначальные. Ну, ты же вообще не сам, да, к этому пришел? Ты же обучался, где-то говорил, ты в Москве. Да, к этому пришел я не сам. Поначалу, наверное, как у многих, зашел в интернет, увидел видео Евгения, он тоже в этой сфере присутствует, как он делал оплетку. Я думаю, опа, это интересное очень занятие. Думаю, дай тоже попробую. Заказал кожу, заказал, получается, нитки специальные, которые нужны для рулей. Пару раз попробовал, не получилось, но мне это было интересно, и за счет того я решил дальше продолжать заниматься этим делом. Вот, после того, как я сам попробовал все это дело, наверное, на протяжении 2 месяцев, я понял, что я хочу большего, то есть на одних рулях и оплетках я не хочу останавливаться. Я поехал в Москву к одному человеку, вот, отучился у него месяц, и после обучения я приехал уже обратно. Обратно я уже приехал с определенными большими навыками, которые бы я приобретал 2-3 года. Вот. А вместо того, чтобы тратить 2-3 года на обучение, я решил поехать, заплатить человеку за 1 месяц. Вот, он со мной с ним поделился, и я приехал обратно в Ставрополь. Ну, видно, да, по работе, что делаешь качественно. А так вообще вот дальнейшие перспективы в развитии своем какие видишь? Дальнейшие перспективы у меня, во-первых, остается мое первое же правило – делать всегда качественно, потому что за качеством все будет остальное. Вот. В дальнейшем у меня будет, наверное, немного индивидуальное направление по перешиву. По перешиву заключается в том, чтобы изменять полностью интерьер салона, вот, добавлять различные цвета, делать красочные сочетания цветов на сиденье, на потолках, то есть выходить на более индивидуальную работу, нежели как, ну, в общем идет, вот, перешив в черный цвет руля и, допустим, какой-то там перешив сиденье в черный стандартный цвет. Это однообразно, это, можно сказать, некрасиво в каком-то плане. Вот. Более интересно, когда у тебя присутствует много красок в автомобиле, вот, и ты смотришь на этот салон и любуешься, какая красота может получиться из сочетания, грубо говоря, там, темно-синего цвета и серого. В общем, так. А вот конкретно перетяжкой сколько ты по времени занимаешься? Перетяжкой я занимаюсь год. Вот. Месяца 2, я, наверное, 3 начинал рули перетягивать, мое стандартное, потом месяц обучения, и после обучения уже получается 8-9 месяцев я работаю по всей сфере, начиная рулями, заканчивая сиденьями,
потолками. Я перепробовал много что в салоне ее автомобиля. А клиентов как? Вот какая-то реклама у тебя или что, сарафанное радио? Как вот? Клиенты. Поначалу я брал только с Авито. Вот. С Авито, как многим, наверное, известно, не всегда попадаются нормальные клиенты. Некоторые выделываются, некоторые ломают ценник. И это, наверное, все прекрасно знают. Вот. Но все же, поначалу у меня есть свои знакомые, которым интересно было бы это занятие, воспользоваться моей услугой. И также с Авито 10-15% адекватных людей приезжало ко мне. Они смотрели на то, как я делаю свою работу в конце перед сдачей. Им это очень нравилось. И за счет того, что я делаю очень качественно, люди обо мне распространяли на весь город. И когда люди видят эту работу, они говорят, да, хорошо. И просили мои контакты, и также приезжали ко мне. Опять-таки, все это заключается в качественной работе. Вот. Ты работаешь качественно, значит, люди это видят, и они сами к тебе тянутся. И в дальнейшем у меня сейчас на Авито там пару объявлений, но я не плачу ни рекламу, ничего, потому что уже самое лучшее, что может быть, это сарафанное радио. Лучше него еще ничего не придумали. Ты вот говорил по работе, у тебя уже там на 3 недели вперед уже, да, вот уже запись у тебя? Ну, уже на месяц вперед запись ведется у меня. И прям стабильно на протяжении месяца, вот так вот скажем, ведется запись на месяц вперед. То есть мне человек хотел записаться в начале мая, в начале апреля, на конец апреля, вот, а там не было уже свободных дат. У меня уже была запись на середину мая. По истечении 2 недель уже запись у меня ведется на середину июня. Так что я говорю, когда вы делаете качественно, у вас не бывает простое в своей работе. На сегодня, я так понял, тебе вот нужно еще сделать вот этот руль? Да, на сегодня у меня, получается, привезли руль от Renault Duster, попросили перешить его в кожу. Здесь вот какая-то крыша еще, да, у тебя это валяется? Здесь потолок товарища, который иногда хотел сам перетянуть потолок, но в итоге он допустил много нюансов, за счет чего я теперь страдаю. Но этот потолок будет в идеальном состоянии в дальнейшем. Вот, он был неровности у него, ямки есть. Эти ямки я зашпаклюю, и потом я его перетяну в заводской материал черный. Матрасы какие-то даже, да, притащили тут тебе тоже? Да, также в работе присутствуют не однотипные случаи, которые бывают. Попросили у меня заказчики перешить им матрас полностью, сделать на них чехол индивидуальный для того, чтобы они в дальнейшем сохранились как в новом состоянии. И также приехал еще Mercedes на ремонт сиденья. И Мерс тебе тоже завтра надо, да, с утра отдать? Да, и завтра уже Mercedes должен уехать отсюда. Фоточки тогда тоже потом. Законченного сиденья вставлю. Да. Так, Ром, очень рад за тебя, на самом деле, что вот так вот все у тебя получается. Не буду тебя особо задерживать. Поеду тоже по своим делам. Последний вопрос. Что бы ты вот посоветовал бы вот начинающим, кто вот только собирается открыть автоателье? Я бы посоветовал начинающим мастерам, во-первых, проанализировать свой рынок, посмотреть на своих конкурентов, узнать, что они делают, как они делают, чтобы вы уже знали косяки их и могли на их косяках сделать свое имя. Вот. Как бы начинать сразу с большого там, производства нету смысла. Для начала надо просто вам попробовать в небольшом помещении, допустим, я снимал гараж за 5000 в месяц. Вот, маленький гараж, площадь у него была 20 квадратов, машина туда особо не заезжает. У меня была одна машинка и 20 листов эво-материала. Это мое начало. В дальнейшем я со временем начал понимать, что идет спрос на эво-коврики. Также людям интересно, что я делаю, как я это делаю. Дядя, ты что, не видишь, что сейчас люди разговаривают, а? Дядь, иди отсюда! Им стало интересно, как я это делаю, и люди начали обо мне говорить по всему городу. Вот. Я понимаю, что люди ко мне едут, им нравится, меня советуют. И я уже начинаю заказывать материалы вместо 20 листов, заказал 100 листов. Вот. По истечению там 2-3 месяцев я его выработал, я понимаю, что все хорошо. Я уже планирую выходить на завод и заказывать полную большую газель материала, потому что я делаю качественно. И люди это понимают, поэтому работа, она сама по себе шла ко мне. Вот. И, соответственно, начиная с одного, я там, грубо говоря, преисполнился в этой сфере и решил попробовать что-то новенькое для меня. В принципе, сейчас я пришел к тому, что имею. У меня
в наличии 4 машинки, 5-я в пути. У меня есть также много материала, целая газель с завода напрямую. А чтобы выйти напрямую на завод, это надо постараться на самом деле. Потому что, Евгений, в начале своего пути тоже, да, знаешь, да, каково да. это. Вот. И, в принципе, сейчас работаю, тружусь на свое имя. Также хочется порекомендовать, может, кто-то со Ставрополя, знаю, что многие смотрят, если кому-то нужно будет такие услуги, там коврики, перетянуть руль или в салоне что-то починить, пожалуйста. Вот. Да. Бруснева 2/2. Въезд напротив Чебуречной, если что. Есть вывеска «Автоателье R1». Это да. главное направление, куда вы сможете, на что вы сможете ориентироваться. Вывеску ставим, фотографию на въезде. Ну и также, кому интересно наблюдать за деятельностью Романа, за его творчеством, также там ссылочку на его YouTube-канал оставлю. Он пока только начинает его вести. В общем, кому интересно, подписывайтесь.